Такой получился третий мой тигреныш. Вот такой вот. Не знаю. Пока я не очень удовлетворена, какие у меня получаются тигрята. Вот начала четвертого. Голубоглазого. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, в общем, этот тигренок какой-то перепуганный получился. Не знаю, делать ли все тело ему вот с такой коричневой еще. С коричневыми переходами или оставить рыжим. Посмотрю по настроению. Пока не знаю. В общем, экспериментирую. На то и год тигра. Говорят, что год тигра – это год творческих людей. Надеюсь, он принесет мне удовлетворение творчеством.